Так, друзья, ну что, снова всем привет, с вами, как всегда, снова Артём. Сегодня буду показывать тот суперприём, о котором мы говорили. Помните? Смотрите. Который остался у нас интригой в прошлом видео. Сейчас я сделаю чуть громче звук, друзья, чтобы вам было слышнее. Так, появились у нас солдатики. Нажимаем вниз, смотрите, что происходит, друзья. Это просто бомба. Ба-бам, нахуй, их ебало вообще всех. Ху-ху! Ебать, он их нахуй растушил, нахуй. Посмотри, посмотрите просто. Игруху советую, ярко стоит сейчас. Бомбезная вообще просто. Ну, вообще, если вдруг захочешь в таком участке. Что? У меня была проблема? И как же такой смысл был? Я решила, что оставить на игре грязный триллер бесполезное дело. Если выйдет кого повыше, найти поставщика. Это много изменений. Я бы не отказался сопровождать тебя в этом путешествии. По-моему, еще никогда ничего не меня. Это прямо грязное предание со смерти. Если что, я тебя свистну. Свисти, давай. Свисти быстрее. Операция завершена. Подсветка. Продолжаем, ребята. Вон синяя, красная. Куда нам идти, я не знаю, друзья, уже. Так, есть синяя, есть красная. Красная это типа зло, так я понял. Обозначает звезда. Синее добро, так я понял, друзья. Будем идти, наверное, на синюю. Нам надо наверх. Да, есть. Разгром тайника. Ну, поехали, друзья. А, это дилеры, наркоманы, походу, наши. Будем разгромить и тайник. Мне же столько проводников на очереди. Ты только не зли. Хорошая новость. Можешь начинать от меня. Идти навстречу опасности в одиночку порадовала. Я узнала, что недавно была большая партия наркотиков. Она в Гавани, плавучие дома. Плавучие дома в Гавани. К черту подробности. Партия большая, так что, скорее всего, она хранится в плавучих домах. Я пыталась так, когда мы делали с домом дельфин. Это символ группировки. Уже лучше. Но меня не жди. Кто знает, когда они начнут разгрузку. Что тебя задержало? Раны, я в доках. А я здесь, на крыше. Сложно подождать пару минут. Вот поэтому я не люблю работать с бабами. Ага! Тихо, нахуй. Вы чё тут, гуси? О, раздухарились, тихо. Снялся. Вали, пронеры. Где ты там? Оп. Шо вы там, пацаны, где вы там? Тихо, торчипед ты, торчипед, наркоман. О, успокойся, наркоман. Да нахер мы потом их поубиваем, и будут дельфины. Дельфины, блядь. Сейчас эти дельфины попадают. Стоять тут, гусяра. Сейчас мы тебя еще побьем. Ты где там? Пассажир, иди сюда. Пособирались тут гусяры. Вот, а тут вас
Тихо, пацаны, тихо, не убивайте, не надо. Сюда иди. Я то все нашел. Бля, заряда нема, пацаны, прикиньте. Вывеску на какую-то. Вон летит у нас. Вывеска. Вот это, давай. Сюда. Поехали. Я тут, да, а ты где? Что такое, пацаны? Что, тебя пощадить? Ну ладно, братан. Торчипеды, пора вам нахуй идти отсюда. Тихо, тихо, пацаны, у меня закончилось. Я считаю, что вас надо уничтожать, сука. Сюда, вау. Так, и что там есть, да? Для начала ты, я думаю. Сверху стреляешь, что ли? Сюда! Давай! Шо вы, все? Нема вас? Пацаны, да шо ж такое? Что ты вы вообще прямо... Нифига не сделали, грубо говоря. Если будем говорить честно. Что-то вы подсдулись быстренько. Торчки, торчки, вы где? Торчки. Торчки. Огонь? Да ну нахуй, а где ж та хуйня? Ага, я должен рисовать, отмечать это. Я упростил, тебе задачу. Блять, снова где-то они тут бегают, вон они. Сюда! Сюда, о! Не ты будешь решать, где мне можно находиться, где нельзя. Где ты там? А, шляпа. Я задержался, потому что ты сказал. Нет, ты не сдашь, ты уже. Но ведь не ясно, что это белуха. Распространённая ошибка. Не любишь работать с парнями, да, Пронера? Ну ладно. Не люби. Не любит она, друзья, работать с парнями. Так, друзья, нам надо его снова обрисовать, походу, уже на этой стороне. Да, есть контакт. Стой, стой, я что-то слышал.
Откройте дверь, правильно. Откройте дверь правильной дома, узнайте, кто заперт внутри. Правильный дом, вот у нас дверь-то это. Отметьте плавающий дом. Ну выпустил я ее, нафиг она мне уже нужна. Теперь будем отмечать его. А ты не говорил, что на вечеринке будут девочки? Нет, не знала. Похоже, дилеры делали живые щиты. Так, это еще надо отмечать. Наверняка ее разнесли в несколько домов. Ну конечно, так я уже несколько отметил, родная, ты че? Я ж не один отметил. Оп, вот еще. Торчепеды, смотрите, сколько нахуй у них барыг, сука. Есть еще женщины легкого поведения, которых здесь держат против воли. Нет, сюда мы никак не попадем, хорошо. Тут нам не просят открыть дверь, а вот тут уже просят. Все, шлюху выпустили, друзья, теперь погнали отмечать. О, папа, походу мы разворачивали осиное гнездо. Иду. Иду. Сюда иди нахуй, гусь. Посмотри, сколько их тут набегает, друзья, нахуй. Их, блядь, топы нахуй там. Не, так я не согласен, пацаны, играть. Это уже не серьезно, вас тут дохуя слишком, блядь. Сдаваться он хочет, пошел нахуй отсюда. Ебать их там до утра нахуй наверху, блядь, пизда, пацаны, я не знаю нахуй. Посмотрите, как они меня хотят нахуй вырубить, ебать. Да их и тут, блядь, еще немало, ебаный урод. Собрали, блядь, против меня делегацию такую, что пиздец нахуй, посмотрите, пацаны. Не, я не согласен. Ебать, везде они нахуй, везде. Пацаны, пиздец, вообще просто везде. Это движуха серьезная, пацаны. Не, ну это ж охуеть. Сюда, суки! Где ты там нахуй? Не, я буду идти наверх, пацаны. Ты тебе пизда, слышь, ты, кобыла нахуй. Идем на что? Снялись на гуси. Желаю, я сейчас влезу на крышу, подожди, пронырывли. Так, что-то мне тут суетилось, друзья, можно выйти, что-то, ага, вот. Все.
Не, ну их было овер дохуя. Хорошо, вот это последний раз. Это точно. Готов. Да. Ну давай, зажигать. Зажигаем. Ну, дальше все. Три злых дельфинчика всплыли кверху брюху. Три злых белухи. Не паси, все ошибаются. А-а-а. Делс, проснись, зашевелились. Наверное, перевозят что-то на главный склад. Давай за ними, сами нас туда приведут. Она про бары. Пойдем по крышам, чтобы их не спугнуть. Самое главное, не дать им скрыться. Давай, веди. Краны, можно задать личный вопрос? Про тюрьму, Дэс. Кердан Кей? Ну да. Нет. Мы трахнемся с тобой или нет, Пронера? Ну что ты хочешь узнать? Нас там было 400, может 500. Некоторые посадили отдельно и стали учить. Тихо, пацаны, тихо. Они свернули в переулок. Похоже, мы на месте. Какой у нас план? Навалять. Это не план. Тихо, пацаны. Так, надо подписать какую-то вывеску. Можно это сделать? Да. Нет, это у нас огонь. А как мы можем переключаться? Подождите. Я не могу понять, мы можем переключаться или нет с огня на тот. Так, в грузовике кто-то есть. Хорошо, открываем двери. О, шалавы! Когда мы трахнемся? Неужели ты теперь прекратишь ритуальное убийство наркодилера? Половина твоей фишки. А другая? Половина. Вообще-то это все. Вся твоя фишка. Не бойся. Я найду другое применение своей. Но мы трахнемся. Ага. Вот в боксе. Это вот ты себе представляешь романтику. Ну, конечно, нравится, блядь. Как ты можешь ей не нравиться, ебаный урод? Пора открывать ширинку и доставать писюн, братан. И делать дело. Ну, что еще я могу тут сказать? Так, друзья,
Операция завершена. Разгром тайника. Поулучшаем что-то? Так, друзья, ну что хочу сказать. На этом на сегодня, пожалуй, все. Желаю всем приятного просмотра. Не забывайте подписываться на канал, писать комментарии и ставить лайки. И ждать также само новых видео. Распространите это видео как можно больше, чтобы было больше аудитории на канале, больше подписчиков. Это прогресс для меня, больше делать видео. Естественно. Всем спасибо, всем пока.